Они в ущерб своего личного времени и интересов приносят пользу обществу, работают на благо округа, общаются с людьми, собирают гуманитарную помощь, развивают культуру и многое другое. Вся их работа не осталась без внимания руководства округа и региона. И сегодня я говорю вам слова благодарности за вашу жизненную позицию, за ваши внутренние устои, я бы так сказал. Потому что немного людей, кто может, способен занимать четкую, сформированную позицию, отстаивать ее, транслировать ее в общество. Это важно. Памятный подарок от губернатора Московской области Андрея Воробьева. Часы теперь будут активисты носить с гордостью. И губернатору Андрею Юрьевичу Воробьеву, также Максиму Валерьевичу Красноцвету выражаем свои слова благодарности. Спасибо за то, что нам помогают в наших делах и за активную жизнь, за многие те улучшения, которые в нашем округе. Анастасия Спирина, Владимир Овсянников, Яков Глейзер. Новости Большого округа.